Всем привет, друзья! Меня зовут Вероника Жейми, добро пожаловать на мой канал. Это мой папа, и сегодня мы приехали на водный канал в планетарий. Вот место, где мы прямо сейчас находимся. Мы уже купили билеты. 13? Да. А у тебя какой? Тоже 13. Юху! Везунчики. Да, мы купили билеты, мне очень нравится такой яркий цвет. Я думаю, что мы обязательно туда потом зайдем, и я очень хочу послушать музыку и потанцевать в этом шаре, как те девочки, если вы видите. Мне кажется, это очень-очень здорово. Я уверена, что этот влог будет очень интересным, поэтому, пожалуйста, поставьте лайк, подпишитесь на мой канал, если еще этого не сделали, и нажмите на колокольчик, чтобы всегда самыми первыми узнавать о моих новых видео. Ну а мы начинаем. Мы уже зашли внутрь, и первое, что мы можем видеть, это нам показывают то, как перерабатывают пластик. Это, конечно, неожиданно, но на самом деле очень интересно, потому что сейчас нам очень нужно заботиться об экологии нашей планеты, потому что это наша планета, мы на ней живем, и здорово, что такие важные темы поднимают. Кстати, в наш билет входит просмотр фильма, и я так понимаю, как такая мини-экскурсия. Я подозреваю, что будет еще несколько экспонатов. Мы уже зашли на территорию, потому что до этого не могли, там был забор. И просто посмотрите, как это круто. Это атмосфера, это очень-очень классная музыка. Мне нравится, мне очень нравится. Что же такое? Только хочешь похудеть, а тут стоит такой автобус, где можно купить тардельники. Тардельники, кто не знает, это очень-очень знаменитая, как визитная карточка Чехии. И я должна была быть в Чехии в марте прошлого года, но не поехала из-за коронавируса. И тут тардельник просто с нутеллой. Это так вкусно, это так калорийно. Так, я смогу удержаться, я смогу его не взять. Я попробую. Мы сейчас с папой стоим в очереди на просмотр вот этого фильма о космосе. И это здание просто огромное. Так что я подозреваю, что огромнейший планетарий. И мне уже не терпится посмотреть, что же там будет. Только посмотрите, где мы находимся. Я знала, что это будет что-то невероятное. Но чтобы ты буквально находился... Здесь такие пуфики, здесь огромное количество людей. Это просто вау. Я реально как будто в космосе, вот если так лежать. Давай вот так вот сделаем. Тут у меня... А, вот видно. Всем привет. Это потрясающе. Только что я вышла с этого невероятного сеанса моего полета в космос. Это было, пожалуй, одно из самых удивительных и прекрасных ощущений, которые я вообще когда-либо испытывала. Буквально попала в какой-то космический фильм, и ты не веришь, что это правда. Всем рекомендую обязательно посетить этот планетарий в Петербурге на обводном канале. Это нечто прекрасное.
Единственное, что я предупреждаю, вы можете начать хотеть спать, потому что лично наш фильм длился больше часа, и в лежачем состоянии сложно усваиваться информацией, ты просто лежишь и вот так вот смотришь, но в принципе, я советую, это само ощущение, я не могу его описать, это не сравнится ни с чем, поэтому просто приезжайте и испытайте это. Стоимость на двоих вышла около 1000 рублей, по-моему. Но здесь есть большой сувенирный магазин. И это тот случай, когда на самом деле сувениры очень-очень интересные. Я бы здесь просто кучу всего накупила. Глобусы разные, огромное количество книг, связанных с космосом. Стильные кружечки, прям очень крутые. О, какая прелесть. А еще мне очень понравилось вот это, только не совсем поняла, что это, но я здесь нашла Человека-паука. Это плакат. Да, это плакаты разные, с разными фильмами. Тотара, смотрите. Какой-то Netflix сериал. А, Ведьмак! Ведьмак я смотрела, офигенный сериал, всем советую. Это очень-очень здорово. Годзилла тут. Просто какие-то красивые рисунки. Я не все знаю, что это, но вот Тотар я бы себе такой купила. Очень стильно. Еще, понятное дело, это очевидно, здесь можно купить настоящее космическое питание. Я бы попробовала, но, честно говоря, мне кажется, что это какая-то фигня, потому что, ну, я не представляю, что можно сделать вот в такую вот упаковку, как от зубной пасты, и это как-то сомнительно, но тем, кто хочет, можно купить, попробовать.